Голливудские хищницы сами подскажут, куда должен упасть ваш взор. В этом году на дорожке Оскара акцент на талию. Русская супермодель Ирина Шейк выбрала лаконичное черное платье с изумительным золотым поясом. На дорожке Ирина появилась с возлюбленным Брэдли Купером и его мамой. Платье было выигрышно со всех сторон. С мамой Брэдли общалась скромница Ирина. А вот тех, кому она поворачивалась спиной, уже были заинтригованы. С Ириной могла соперничать только одна леди, королева Шарлиз Терон. Она тоже поспешила повернуться спиной. Но все внимание на ее прическу. Знаменитая блондинка стала брюнеткой. Правильное решение, блондинка бы потерялась в небесно-голубом наряде. Талию лучше подчеркивают так называемые платья-русалки. В таких появились Эми Адамс, Эшли Грэм, Сирена Уильямс, мать драконов Эмилия Кларк. Короткий топ тоже делает акцент на талии. Но красный кожаный топ, да еще на такой сдержанной особе английской Рози Рэйчел Вайс. Поклонники уже критикуют ее в сети. Если талии нет, как у Леди Гага, можно создать ее. Платье с эффектом двойных бедер тоже раскритиковали. Если нет талии, можно разбить зеркало и появиться на Оскаре в платье, собранном из осколков, как Дженнифер Лопес. Розовый цвет не отпускает Голливуд, даже брутального Джейсона Момоа, даже 73-летнюю Хелен Миррен. По традиции ни один Оскар не обходится без леди в золотом. В этот раз блеснула Гленн Клоуз. Среди 50 оттенков розового на дорожке она выглядела победоносно.